Доброго времени суток! Сегодня с удовольствием покажу вам новинки. У меня сегодня будет такой микс-видеообзор. Половина видеообзора у меня будут бусы, и половина это серебряные украшения. В самом начале видео хочу сказать, что для заказа вы можете позвонить, либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время, я отвечаю в удобное для себя время. Начнем. У меня пришли вот такие вот бусы, колье. Это лабрадор. Посмотрите, какая реализация. Очень красивые бусы. Колье. С вот такой вот прекрасной реализацией. Вот они какие. Даже вот на... Вот здесь вот на шариках, вот посмотрите, видно, да, что даже здесь реализация присутствует. 45 и плюс 5 сантиметров, даже больше здесь, наверное, все 6 есть сантиметров. Дополнительная цепь идет. Данное колье 3000 рублей. Здесь вот оно идет на лесочке. Эту леску можно немножко подрастянуть при желании. Либо вот так вот собрать в кучу, да, оно будет шикарно выглядеть. То есть уложить можно на свою длину. Такое же колье, только здесь у нас розовый кварц. Розовый кварц. И, ой, и тоже очень такое шикарное, нежное колье. Вот, смотрите. В реальности оно более яркое, то есть камера не передает натуральный цвет, который в реальности он более такой сочный цвет. И тоже цена 3000 рублей. Также здесь дополнительная цепь присутствует. Замочки — это не серебро, это бижутерный сплав. Так, следующее колье — это у нас лазурит, вот такой вот лазурит, и здесь комплектом идет. Это браслетик, такой вот браслет, 17 размер, и плюс дополнительная цепь здесь около 5 сантиметров. Здесь лазурит и вставки, гематитовые вставочки. Очень красивая огранка, прям шикарный такой цвет. И на колье также дополнительная цепь идет. Очень красивый такой сочный цвет, огранка красивая. 4000 рублей данный комплект. Цена идет за комплект. Очень красивые танзанитовые бусы, танзанитовая нить на увеличение. Здесь без дополнительной цепи. Очень красивая. Такой цвет и огранка. 48 сантиметров длина. Шикарно, правда? 5600 рублей. Далее аквамариновые бусы. Здесь это берил, аквамарин, граненые кубики и гематитовые вставочки. Очень красивый цвет. Здесь также с дополнительной цепью. Так, длина 45 сантиметров плюс 5 сантиметров дополнительная цепь. 2400 рублей. Ой, простите, так, сейчас. 2600 рублей данные бусы. Также бижутерный замочек. Это не серебро, бижутерная застежечка. Очень красивые чокеры пришли. Это гранатовый чокер, как струна. Здесь гранат граненый и гематитовые шарики. Здесь также дополнительная цепь. 2200 рублей
гранат. И такой же чокер. Это турмалин. Турмалиновый чокер. Очень красивый цвет. Турмалина, он граненый. 2600 рублей. И также дополнительная цепь. Так, наше любимое колье чокер с розовым кварцем. 1840 рублей. Здесь можно по-разному носить этот чокер, это колье. Можно вот так вот, как есть. Либо можно вот эти вот концы вот так вот отодвинуть. И то есть они вот так вот лягут, как двойное колье. Можно поуже сделать. Такие вот вставки из розового кварца. А вот это темное, это каучуковая вставка на струне. Следующее. Очень мне нравится вот это колье. Оно настолько нежное. Это имитация жемчуга. Но оно, конечно, такое прям стильное, такое благородное. На шее очень изящно оно лежит. Красиво. 2000 рублей. Красивое колье. Так, следующее колье — это бирюза. Бирюза прессованная и гематитовые вставки. 1600 рублей. Здесь также дополнительная цепь. Так, длина. Сейчас замерю. 45 сантиметров. И плюс 5 сантиметров дополнительная цепь. 1600 рублей. Очень нежный, красивый цвет. Вот такая вот пришла подвесочка. Это турмалин Шерл. Это бижутерный сплав. Я, конечно, первый раз вижу такое. Настоящий булыжник. Тяжелый. Турмалин Шерл. Цена 1500 рублей. Очень, конечно, интересная штучка. Взяла на пробу. Так, далее. Комплект с лабрадором. Один из наших любимых комплектов. Здесь браслетик. Посмотрите, какая реализация. Конечно, работа очень красивая. Даже без движения видно, да, что лабрадор светится весь. Шикарно. Очень красиво. Цена 4000 рублей. Данный комплект. И второй комплект, он более крупный, вот для сравнения. Второй вид комплекта. Смотрите, какая прелесть. Какой крупный здесь лабрадор. Очень красиво. Какая реализация шикарнейшая. Действительно, очень красивая работа. Прям радует глаз. Цена 5000 рублей данного колье. Вернее, данного комплекта. Это колье и браслет. Эти комплекты, они не раскомплектовываются. Далее. Жемчужные нити пришли. 120 сантиметров. Данная нить в перемешку. То есть, такой белый жемчуг с кремовым. Розовато такой кремовый цвет. Очень красивый цвет. 3200 рублей. И чисто белый. Тоже 120 сантиметров.
И также 3200 рублей. Красивая нить, очень красивая. И жемчужины сами тоже очень даже хорошие. Не могу сказать, что идеально они ровные. Нет, конечно же нет. По такой цене идеально ровных не будет. Но максимально, насколько возможно, они хорошие. То есть нету таких прям испорченных жемчужин. Хорошие нити очень даже. Мне вот по качеству очень нравится. Потому что в иной момент встречаются настолько ужасного качества, что задумываешься. На струне, на такой прям леске толстой, даже не резиночка, а именно лесочка такая плотная, это браслет. Здесь довольно-таки крупные жемчужины. 1200 рублей данный браслетик. Жемчужины тоже красивые. Несмотря на то, что вот присутствуют вот эти полосы, да, здесь жемчужины именно с красивыми полосами. Такие прям хорошие. Очень мне понравились. И замочком. Замочком браслетик. Здесь диаметр жемчужин, сейчас я замерю, по-моему, около 12, наверное. Да, 10, вернее, 11-12 диаметр жемчужин. 1600 рублей замочком. Замочек бижутерный. Ну, здесь хороший такой довольно-таки карабин. То есть не маленький какой-то замочек, а именно хороший карабин. Несмотря на то, что он бижутерный. Хорошенькие. Жемчужинки мне очень понравились. Так, по-моему, с бусами мы разобрались. Сейчас будем смотреть серебряные украшения. Так, первый комплектик. Очень красивый, очень такой весенний комплектик. Вот он. Посмотрите, какая прелесть. Это эмаль. Не знаю, мне кажется, что это авокадо и лимончики, наверное, не знаю. Может, чисто авокадо, но что-то такое весеннее, вкусное. Цвет очень красивый, яркий. 4,9 грамм весят серьги, 3700 рублей. Размер колечка. Так. Размер колечка 19 размер, 2700 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Регулируемый такой замочек идет. За счет этого серьги вперед не провисают. Именно вот такой вот замочек дает возможность зарегулировать посадку сережки, чтобы она вперед не провисала. Очень хороший замочек в этом плане. Здесь колечко немножечко сужается, но в основном оно по всему периметру идет такое не узенькое. Следующий комплект у нас тоже эмаль. Так. Вот так вот покажу. Здесь серьги на вот такой вот высокой петле. Наша любимая модель Маки. Очень красивые сережечки. 3300 рублей. Весят они 4,9 грамма. Красная эмаль. И к этим серьгам вот такое вот кольцо. В данном случае 19 размер, 2150 рублей. Очень такой яркий, красивый, сочный комплект. Следующий комплектик – это ситал. Сюда можно подобрать колечко. Ну, в этот раз я взяла этот комплектик без колечка, просто серьги и подвесочку. А в реальности цвет такой вот более яркий, розовый, цвет марганита. Здесь штифт занижен буквально на 1
2 миллиметра. Такой стильный комплектик, нежный в то же время. 5,4 грамма весят серьги. 3700 рублей, подвесочка 1750 рублей. Повторюсь, в реальности цвет очень красивый, нежный, яркий цвет. Следующий комплектик, это у нас перламутр и жемчуг. Этот комплект я периодически повторяю, потому что он на самом деле очень нежный, такой прям яркий в то же время. Немножечко по цветовой гамме отличаются. На колечке такой более персиковый цвет, серьги более такой розовый цвет. Здесь штифт занижен. 3,8 грамм весят серьги, 2750 рублей. И колечко 17,5 размер, 1650 рублей. Штифт занижен на пару миллиметров. Очень нежный комплект. Следующая модель сережечек. Это серьги-кольца. Вот такие вот. Это розовые фианиты. Очень красивые, яркие, розовые. С обеих сторон здесь вставка. Вес 9,7 грамма данных сережечек. 4000 рублей. Очень яркие, красивые, сочные. Следующий комплектик. Один из моих любимых комплектиков. Очень мне нравится эта модель. Вот такие вот веселые лягушата. Смотрите, какой цвет. Это эмаль. Позолоченное серебро. Серьги весят 3,9 грамма, 2400 рублей. И подвеска 1700 рублей. Здесь очень хорошо занижен штифт. Такие вот веселенькие лягушата. Интересный комплектик. Яркий, веселый. Пришли, наконец-то, мои любимые сережечки. Продевки. Коромысла, бананчики мы их еще называем. Они очень... Это вообще очень интересная модель. Видите, да, они как... То есть при носке они двигаются вот так вот. И вот так вот крест-накрест висят. То есть они меняют периодически вид сережечки. То есть они по-разному могут висеть, но в любом случае они вот так вот возвращаются и вот так вот висят. Очень интересная модель, очень яркая. Я сама ношу эти серьги. Они действительно привлекают внимание всегда. 1720 рублей цена. Они вот видите, вот здесь вот цепочка, здесь они на ниточку подвязаны, я не могу разъединить. Здесь такая коротенькая цепочка, буквально 1,5 сантиметра. Получается вот это вот, вот так вот продевается по мочке. И вот здесь вот на цепочке, получается, они висят на мочке. Очень красивая модель. 1720 рублей. Так, вот такая вот брошечка пришла, собачка. В телеграм-канале я показывала фотографию и видеообзор. Там была покрупнее, она, у нее цена была, по-моему, около 2200, по-моему. Но она вот в 1,5 раза больше. А это весит 2,6 грамм, она помельче получается, 1500 рублей. Здесь также фианиты вставочки. Такая вот собачка брошь. Так, вот такие вот сережечки, колечки. Так, это трансформеры серьги. А вот такая вот сережечка. Вот, вот эта подвесная часть, она съемная, то есть можно ее убрать и остается вот такое вот колечко. Здесь фианитовая дорожечка и вот такие вот навесочки в виде сердечек. Вот такие вот сердечки. Хорошенькие сережечки, такие подростковые, да, молодым нашим девушкам. 2000 рублей. Весят они 2,9 грамма. Хорошенькая модель.
И такая же модель, и также здесь навесочки съемные. Так, у них очень крепкий замочек. Не надо переживать, что потеряем. Так, я вот даже вот эту новенькую, видите, открыть даже не могу. Так, надо Рената попросить, чтобы открыл. Вот так вот вам покажу. Смотрите, здесь навески, да, разные. Одна навесочка — это вот звездочка, а вторая навесочка, вот, это, я так думаю, что это планета, наверное, Сатурн. Ну, тоже очень хорошенькие сережечки. И здесь также вот фианитовая дорожка идет. Хорошенькие, крепенькие, с хорошими замочками серьги, кстати. Вот эти вот модели очень мне нравятся. 1800 рублей данная модель. Так, и пришли фантазийные крестики. Данный крестик — позолоченное серебро и гранаты. Посмотрите, как красиво выполнено, очень нежно, аккуратно. 1850 рублей данный крестик. Так, следующие. Здесь фианиты и ушко в виде бегунка выполнено. Вот такой вот крестик, 1750 рублей. Две дорожки фианитовые, позолоченное серебро. Так. И еще одна модель — это мелкие-мелкие вставки фианитовые, тоже очень нежная работа, серебряный крестик с ушком, 1150 рублей. Вот для сравнения, вот так вот все рядышком покажу. Вот они. Очень красивое исполнение, прям нежная такая хорошая работа. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши новиночки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничках в соцсетях. Всего вам доброго!